Вот как животные прощаются с мертвыми. Гульманы – это род обезьян из семейства мартышковой, представители которого обитают преимущественно в Индии. Благодаря одному эксперименту журналистам удалось обнаружить, что они относятся к смерти сородичей почти как люди. В ходе этого исследования в лесу был размещен робот с видеокамерами вместо глаз, замаскированный под настоящую обезьяну. Один из гульманов схватил робота и нечаянно уронил его прямо с дерева. Самец решил, что по неосторожности убил малыша. Примат тут же принялся скорбить у тела робота, опустив мордочку вниз, словно ощущая собственную вину. Вскоре к нему присоединились и другие сородичи. Они обнюхивали тело маленькой обезьяны и дарили друг другу утешительные объятия, прямо как на настоящих похоронах. Особенно трогательно то, как родители, глядя на погибшего робота, крепко обнимали своих детей.